Всем привет! Сегодня мы получили посылку с кошельком женским. Давайте посмотрим. Так, вот она запакована была в мягкий кулечек. И вот сам кошелек. Это модель 2019 года. Вот такой вот он, в принципе, ну, большой. Вот видно даже, если так с рукой сравнивать. Большой кошелек. Мягенький. Ну, похоже, конечно, на кожу, но... И пахнет даже так кожей. Посмотрим. Так, что здесь внутри? Внутри есть ручка, чтобы носить. Вот крепится. А, нет, не к замку. Вот здесь есть отдельно. И также внутри отсеки идут для карточек, для денег разделения и отсек для мелочи. Вот тут все сквозное внутри. Нитка какая-то завалялась. Ну, а прошиты все везде, все аккуратненько. Так вот, конечно, вот в руке его держишь, он такой как лач. Даже можно, я так думаю, телефон сюда ложить, он вполне влезет, и можно носить, чтобы сумку не брать, а это сразу вот так вот один кошелек. Вот такой вот кошелек сегодня нам пришел. Он там есть в разных расцветках, есть и золото, и вот такой платина, и серебро, и сиреневый. Можно перейти по ссылке, посмотреть более подробно, кому интересен такой товар. Спасибо за просмотр, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал.